Всем привет! Давно не виделись. Вы видели, наверняка видели мое видео на YouTube о том, как правильно заклеить велосипедную камеру. Очень много просмотров, много комментариев писали, хороших и нехороших. Привет хейтерам! Итак, сегодня я хочу снять новое видео, как заклеить велосипедную камеру, не снимая колеса с велосипеда. Ну, ситуация. Например, вы едете, а у вас втулки не под эксцентрик, как на горном велосипеде, а под болт. Так, вот наш велосипед. Сразу стелим какую-то тряпку, чтобы не повредить сиденье. Перебрасываем его, да? Ну, в дороге, может быть, тряпки не будет, где-то на травке постелите. Вот наше колесо. Немного тут дерьмеца. Кстати, перчаточки нужно иметь всегда с собой. Например, вот такие. Одна фиолетовая, другая оранжевая. По-другому никак. Так, смотрим. В грязь я уже заехал. Так, колесо спущенное, да? Где наш сосок? Вот он, да? Сосок, хейтеры, пишем. Это не сосок, это ниппель. Ниппель называется автомобильный. Ну, я знаю, но как бы видео не для профессиональных велосипедистов, а для начинающих. В народе его называют сосок. Ладно, буду называть ниппель. Ниппель автомобильный. Латки. Какие латки? Покупаю вот такие. Вот такие латки. Видите, только что купил. У нас стоят они 18 гривен, это в Украине. Доллар 25-26, значит, блин, 0,7 доллара где-то стоит, вообще дешево и сердито. Вот так они выглядят, да? Сейчас, клей зелененький, Red Sun называется. Латочки обязательно берем, либо круглые, либо квадратные, прямоугольные, но самые-самые маленькие, что только есть. Большие это для автомобиля, маленькие велосипедные, запомнили. Снимаем без съемки колеса, ключей у меня никаких нет, ничего нет. Итак, наш насос. В дороге у нас всегда должен быть насос с собой и лапки. В рюкзаке, куда бы вы ни ехали, должны быть с вами. Лапку берем. Так, кстати, сейчас камера, возможно, дрожит, потому что я снимаю на максимально широком угле. И по кругу. По кругу. И сняли на бок. И вынаем. Неудобно то, что прокручивать, да, неудобно, но мы же делаем это в дороге якобы. Так, вот наша камера, да? Кстати, тормоза надо было снять. То есть вот эту штуку. Класс, чуть освободили. Вот наша камера. Сейчас просунем. Так, нужно нам найти прокол. Для поиска прокола, конечно, желательно перчатки снять, что мы и сделаем. Быстрее, работаем быстро, мы в дороге, да, мы едем куда-то, непонятно куда там. Магазин, он закрывается через 15 минут, нам нужно все быстро заклеить. Качаем для поиска прокола, качаем. Не слышу шипения, надо еще покачать. Накачали. Сколько-то там накачали, насос положили, ищем прокол. Он должен быть. Вот, я его чувствую руками. Вот он, на палец плюнули. Видим, да, смотрим. Вот он шипит. Вот он, дорогой. Еще раз продемонстрирую. Слюни лучшее средство для поиска прокола. И сверху смотрим, да, не вижу я здесь торчащих гвоздей, ничего. Ага, вот здесь был прокол, видим, да? Я покрышку так раздвигаю. Как раз на этом месте вот трещинка. Надеюсь, камера показывает. Вот здесь был и прокол. Ничего там не осталось. Покрышку проверили, нормас, все нормас. Что, ставим в удобное положение камеру. Надо немножко подпустить. На земле у нас, как всегда, что-то валяется. Этим и спускаем. Спустили достаточно. Вот у наша дырочка. Наждачная шкурка всегда с собой. В наборе. Это мы помним, да? Наматываем на руку, натягиваем. Слабовато спустил. Чувствуем наждачкой. К
Камера трясется, потому что она на груди. Но чешем. Чешем. Все. Нужно стереть. Так, смотрим, насколько я стер. Ну, еще немножко. Так, на руку. Вот как сильно меня на руку натянул. И отлично. Плюс камера подкачанная. Очень хорошо натянута. Очень хорошо трет. Думаю, достаточно. Начинаем носить прямо с середины. И вот так вот так прям размазываем, да? Чтобы было равномерно. На латку не наносим, как многие говорят. Носим на латку, не наносим. Заклеиваем и выдерживаем. Выдерживать где-то нужно несколько минут. Я несколько минут не выдержу, я подул, видите, матовый такой стал. Еще подул. Ну, минуту выдерживаете. Пока в это время я раскрываю нашу латочку. Клеенку отдираем. Кстати, не всегда клеенка хорошо отдирается. Приклеиваем, да, красненькая часть, те красные. Вот так. То камера. А черная это сюда наружу, к покрышке. Запомнили. Отдираем. Так, что я долго клею, я должен уже заклеить. Фольгу отдираем, пальцами там не касаемся. Вот наша латочка. Какая-то толстая, конечно. Латочка мне не очень нравится. Прилаживаем. Приложили. И начинаем ее туда вдавливать. Оп. 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 Как мне говорят, нужно клеить на накачанную камеру. Вот я сейчас слабовато спустил. Я вам скажу, что нифига на накачанную камеру клеить нехорошо. Я не могу ее нормально вдавить. Спускаем сильнее. Спустили. А теперь вдавливаем. Вдавливаем. Стараюсь это делать на вытянутых руках, чтобы камера снимала. Поэтому немного неудобно. Вдавливаем. Она там влазит. Прям привулканизируется, ребят. Кстати, я поставил сейчас максимально широкий угол на камере, поэтому стабилизации в камере нет. Может все труситься, ну да ладно. Это сейчас нам не важно. Ребята, вышел фейл. Начал накачивать камеру, а латка-то отходит. Вот тебе и на. Вот так вот послушай советчиков с интернета. Берем, которую мне писали, нужно наклеивать латку на накачанную камеру. А вот хренушки. Вот я попытался наклеить на накачанную камеру, и нифига не получилось. Потому что при вклеивании камеры я начал отходить, самой латки начал отходить. И получилась полная хренотень. Еще дождик начался, но ничего. Поэтому, ребята, спускаем. Запомнили, да? Берем и спускаем камеру полностью. Потом только клеим. Вот наша дырочка, запомнили. Полностью. Иначе латка просто тупо не ложится. Парни, не ложится. Наш прокол. Наносим клей. Нанесли, даем высохнуть. Вот он какой, да, видим? Опять дую. Он подсыхает. Вот полоска, и вот полоска. Вот здесь у нас прокол. Отворачиваем его от дождя, потому что дождик пошел. Пусть подсохнет сильнее, потому что сейчас всего лишь плюс 2 на улице. Берем латочку. Кстати, латочку я взял старую, у меня две штучки осталось, еще кругленькие. Мне кругленькие больше нравятся, не знаю почему. Видимо, круг мне нравится больше, чем квадрат. Ждем минуту и начинаем клеить. Итак, клей вот так вот подсох, видим, да? Вон, подсох. Достаем нашу латочку. Начинаем клеить повторно. Да, бывает такое, но что, лучше заметить сразу какой-то косячок, чем потом. Поэтому клеим сейчас на спущенную камеру. Оба, вот такая латочка. Вот такая камера. Так, вот тут у нас и шло, и вот тут. И четко здесь у нас прокол. Вот теперь начинаем ложить
Все заново, ребята, все заново, потому что в прошлый раз получилась полная хрень. И теперь выдавливаем воздух. Воздух выдавливаем из камеры. Из-под латки выдавливаем воздух вот такими растяжениями. Поняли, да? Вот так вот. Натягиваем. Клеенка у нас отходит, и хорошо. Прижимаем пальцами крепко. Еще очень много зависит от качества камеры. Если камера полное фуфло, то, конечно, будет хреновато держаться. Эта камера, я вам скажу честно, полное фуфло. Это стоковая с велосипедом с детским Аванти. На своем наконтреннике я использую камеры фирмы Максис. С ними вообще проблем не было. Никогда. Тем не менее, я вижу, что приклеивается все хорошо. Сейчас. Ну, сколько она будет ходить, не знаю. Так, все. Клееночки мы отдираем. Все отдираем. Все. Вроде как этот раз приклеилась намного лучше, чем первый раз. Теперь вставляем, да? Перчатки одеваем. Камера все же у нас слегка подкачанная, поэтому сейчас накачивать не буду, потому что вставлять подкачанную камеру намного проще. Ищем отверстие. Вот здесь оно. Быстрее. Ну что, видите, как видите, все реально. Заклеить камерку без снятия колеса. Но неудобно все же, ребята, неудобно. Если есть возможность, лучше снимать. Вставляем. Ладочку нашу аккуратненько туда. Аккуратненько. Ставили, да? Сейчас я все же хочу немножко пару качков насосом сделать, чтобы она, наша камера там хорошо расправилась, поэтому застегнули насосик. Так, камеру снимаешь. И буквально там 4-5 раз качнули. Начинаем от ниппеля, от соска в народе, как говорят, повторюсь, вставлять по крыху. На улице прохладно, покрыха дубовая. Все-таки хорошие велозапчасти, ребята, это то, что нужно. Это он Чандин какой-то, ну, какой-то китайский, видим, да? Видим, какой-то китайский Суньвинь, дубовая зараза. На улице плюс 2, покрыха дубовейшая. Так, проверяем. Все, ставилось. А теперь нужно хорошенько накачать, чтобы хорошенько камера придавила нашу латку. Надели насос и фигачим. Сколько? Качаем. Колесо 21 накачивается очень быстро. Сколько у нас здесь? 40-50. В атмосферах не знаю, сколько это. Знаю, что норма 45-50. На детских велосипедах сейчас качаем сразу максимум, чтобы хорошо лезла камера. Чтобы хорошо приклеилась наша латка к камере. Колпачочек одеваем, не забываем. Ну, я уверен, что будет держать хорошо. Латка приклеилась, все пучком. Велик готов. И да, не забываем ставить, надевать на место тормоза, вибрейки, что бывает очень часто забывается. Все, камеру заклеил. Прошло с переклеиванием минут 15, не больше. Так что вы видели, да, умники, которые мне там в комментариях пишут, что нужно клеить латку на накачанную камеру. Видели, что произошло? Ни хрена она не приклеилась. Камеру надо спускать, а потом накачивать уже в колесе. Латка хорошо приляжет, все растянется, возьмет свое место. Так что ставим лайк, подписываемся на канал и жду от вас положительных комментариев. Всем пока. Щиды!